Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прядко и Анатолий Петрук. И сегодня мы хотели бы поделиться с вами нашим опытом использования голландского средства для терапии патологии копытиц под названием Хофгель. В своем составе Хофгель содержит такие природные компоненты, как хелатная медь и цинк, а также органические кислоты и вяжущее вещество. Хофгель очень популярен во всем мире и не требует доказательств своей эффективности, но нам хотелось убедиться в его действенности в условиях украинской молочно-товарной фермы. Мы провели клинические испытания Хофгеля. На протяжении 25 дней мы пролечили с помощью синего геля, такое он получил рабочее название, 15 коров с такими патологиями, как пальцевый дерматит или болезнь Мартеллиаро, пододерматит, дефект белой линии. Кроме того, персонал фермы использовал гель для лечения мелких ран на коже. У больных коров зону поражения очищали салфеткой и наносили гель с помощью кисточки. Правда, мы заметили, что лучше использовать кисточку однорядную и с пластиковым ворсом, чем стандартную. Дело в том, что на однорядной остается меньше остатков геля. Во всех случаях мы налаживали защитную повязку и при потребности меняли ее каждые 4 дня. Для легких случаев часто хватало однократной обработки, реже приходилось повторно использовать гель. При более тяжелых случаях приходилось делать 2-3 и даже 4 перевязки. В процентном соотношении с одноразового применения выздоровело 40% коров, с двух перевязок 46% коров, с трех перевязок 7% коров и с четырех перевязок 7% коров. Гель имеет густую консистенцию, хорошо ложится на ткани, впитывается и держится долгое время. С помощью одной банки можно оказать помощь не менее чем 30 животным. Хофгель после использования нужно крепко закрывать крышкой, а кисточку обязательно промыть теплой водой. После вскрытия банки Хофгель желательно использовать на протяжении 2 месяцев. Хранить гель при температуре плюс 5, плюс 30 градусов Цельсия. Хофгель – отличный рабочий продукт в аптечку копытчиков и всех, кто занимается лечением патологии копыт. Друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своим опытом. Может, кто-то из вас уже использовал Хофгель? Делитесь своими результатами, нам будет очень интересно. Берегите своих животных. До свидания.